на всех ранах трепут жаворонок, как бы символ. Я не понял, что... Вредности, хотя... Геннадий Тихонович. Ну-ка, говорите еще раз. Вот, когда вот эту молитву все это читают, надо что делать? Стоять молча и кланяться? Конечно. Сто поклонов, она называется, сто поклонов. Нет, у меня есть последняя молитва сейчас. Молитва последняя? Но тут первые три поклона земные сделали. Потом она считает еще 12 поклонов земных. И последняя, когда вместе считают всю молитву, еще один, 17 поклонов, и они все земные. Это помимо 100 еще? Ну, это помимо того, что 100 поклонов сделали. Это отдельно молитва Ефрема Сирина называется. А что вот, ну вот, когда вот эта стопоклонная не читает, мне что нужно, произносить что-то или просто молчать, креститься, поклоняться? Поклоняться, где она говорит аминь, там нужно сказать аминь, и все. Аминь. То есть согласен. Ага. А сам ничего про себя не молиться? Ну, вот сейчас помолимся и начинаем молиться, хоть все до утра молись. Наоборот, это приветствуется. Он вас, вы понять его не можете. Он умеет во время стопоклона ему умом молиться надо, нет самому. Ну так а считается молитва, как ты поперек будешь идти? Для того я и пришли, чтобы единодушно было. Молитва доходит, как маленькие ручейки в одну реку сливаются. Владимир, большой тебе привет. Спасибо. Храни Бог тебе. Так, все, ухожу.